Привет, это Катя из «Теперь так», и мы подводим бережные итоги уходящего года. Этот год мне запомнился тем, что в Москву наконец-то пришел мишленовский гид. И помимо обычных звезд, с прошлого года Мишлен стал присуждать еще и зеленые звезды. И 3 звезды достались и нашим ресторанам. Зеленую звезду могут дать за любые бережные практики. Например, ресторан покупает продукты у местных фермеров и таким образом сокращает их транспортный след и поддерживает местных предпринимателей. Или сортирует отходы, не оставив ничего для свалки. Но больше всего я люблю, когда шеф ресторана умеет придумать, как использовать продукт полностью, на 100%. Например, вы заказываете пирог и в нем очищенные яблоки. Кожуру от этих яблок он использует для компота, а сердцевинку может использовать для мармелада. В результате продукт использован полностью, и все ресурсы, которые ушли на его выращивание и доставку, были использованы полностью тоже. Кстати, точно так же продукты легко можно использовать и дома. Например, ножки от зелени и попки от морковок можно замораживать, а потом использовать их для овощного бульона. Или переспелые бананы можно отправлять в кекс прямо с кожурой. Поделитесь в комментариях к этому видео своими любимыми рецептами спасения продуктов.